Союзная программа «Беларусь-Россия» выполнена на 80%. Ключевые моменты решены, а об этом заявлено во время переговоров Александра Лукашенко с Владимиром Путиным. Общение идет и в эти минуты в подмосковном Ново-Огарёво. Главный вопрос – экономическое сотрудничество. Тема для российско-белорусских отношений приобретает исключительное значение в свете санкционного давления. Особенно президенты остановились на выполнении 28 союзных программ, реализацией которых сейчас усиленно занимаются правительства. Ведь это база для развития промышленной кооперации. Товарооборот растет, он достиг рекордного уровня за прошлый год, свыше 43 миллиардов долларов. И что самое главное, и что меня очень радует, мы расширяем, у нас и так, в принципе, была хорошо поставлена эта работа, но расширяются возможности в области кооперации, прежде всего промышленной кооперации. Благодаря вашим усилиям за предыдущее десятилетие очень многое в Беларуси сохранено, того, что еще досталось от Советского Союза, и получило позитивное развитие. И результатами этого развития мы вместе можем сегодня воспользоваться. И больше того, объединяя усилия, мы создаем некую синергию. Оборот товарами и услугами у нас в прошлом году беспрецедентный – 50 миллиардов долларов. И что приятно, посол мне по дороге докладывал, что ваши компании более 300 миллионов долларов заказали у наших айтишников продукта. Заплатили более 300 миллионов долларов. Все кричали, вот, белорусы разбежались, в России ушли и прочее. Только в Беларуси заказали России на 300 миллионов и заплатили. А если взять айтишников российских, проще там несколько миллиардов долларов. Так что даже здесь миролюбивым странам, в кавычках, не удалось нас так зажать, что лучшие умы, как они говорили, сбежали из наших стран. Это значит, импортозамещение все-таки продвигается. Эти переговоры Александр Лукашенко анонсировал накануне на встрече с иностранными и белорусскими журналистами. Владимир Путин подчеркнул, что смотрел выступление главы белорусского государства и разделяет позиции. Главным образом о войне и мире говорили накануне в Дворце независимости. Интервью спонтанное, но наполнение отнюдь не пострадало. Президент в свойственной ему манере ответил на все самые острые, даже каверзные вопросы. Иностранные журналисты предсказуемо не обошлись без штампов и провокаций. Впрочем, это никогда не мешало Александру Лукашенко быть откровенным и открытым. О геополитике и обстановке в регионе, о закрытии границы Польши и Литвы и, конечно, о ситуации на Украине. Виновных в развязывании конфликта, по мнению президента, нужно искать не на Востоке, а на Западе. Александр Лукашенко четко обозначил позицию, которая не отличается от той линии, что была выбрана и год назад. На любую угрозу должен быть адекватный ответ. Готов вместе с россиянами воевать с территории Беларуси лишь только в одном пока случае. Если оттуда хоть один солдат с ружьем придут на нашу территорию убивать моих людей. Это касается не только Украины. Это касается и других наших соседей, которые ведут себя еще более неадекватно. Если они совершат агрессию против Беларуси, ответ будет жесточайшим. Жесточайшим. И война приобретет совершенно иной характер. Ну, год назад не было угрозы со стороны Украины. Кто вам сказал? Вы плохо меня слушали и плохо знаете ситуацию. Это вы считаете, что Россия напала на Украину. А я считаю, что Россия вынуждена была такими действиями обеспечить свою безопасность. Пройдет еще немного времени, и я могу сказать, обеспечить свою безопасность и Украины. Я имею в виду ваши замашки руками поляков оттяпать Западную Украину. Но это уже будет драка на всю катушку. И тогда вы мне не будете задавать вопрос, будем ли мы с территории Беларуси наступать или не будем. Вы хотите расчленить Украину. Вот это будут события, и уже потом вам не о чем будет говорить. Это уже маски будут сорваны аж до пупа. Понимаете? Ну, до пояса. С вас будут сорваны маски. И будет видно, чего вы хотите в Украине. Хотите мира в Украине? Давайте завтра начнем говорить о мире. Но вы же этого не хотите.
В очередной раз опроверг слухи о мобилизации в Беларуси. А для того, чтобы потушить конфликт, Александр Лукашенко готов лично выступать в роли посредника и предоставить площадку для переговоров. Это не просто слова, уверены политологи. Минск уже не раз на деле доказывал приверженность именно такому пути. Мы последовательно выступаем за стабильность, мир в восточноевропейском регионе. Не раз Республика Беларусь была площадкой для переговорного процесса. Понятно, для этого нужны усилия и желания всех сторон. Президент всегда открыт к миру, всегда готов приложить все усилия для того, чтобы все стороны сели за стол переговоров и непосредственно пришли к какой-то деэскалации. То, что рано или поздно договариваться придется, это и есть законы военного времени. Но когда столько людей гибнет, лучше раньше. И здесь было бы неплохо, чтобы призывы Беларуси сесть за стол переговоров наконец-то услышали за океаном. Так почему же к мирной позиции так глухи на Западе? В этот раз во время общения с прессой президент не совсем обычным, но, похоже, действенным способом призвал к диалогу. Александр Лукашенко пригласил главу Белого дома в Минск. Именно этот ход сегодня активно обсуждают эксперты. Политологи сходятся во мнении. Так и увидим, кто есть кто и кому на самом деле хаос в регионе на руку. Соединенные Штаты Америки – главный бенефициар конфликта. И в данном случае не в их интересах этот конфликт прекращать. Через конфликт на Украине пытаются сохранить статус ведущей державы. Внесением хаоса в мировые дела они пытаются остановить и свой экономический коллапс. Потому что нормальное развитие экономики в глобальном мире, экономики в условиях именно мирного времени, взаимного сотрудничества – будет способствовать тому, что всякие финансовые пузыри, которым, например, является сегодняшняя американская валюта, гигантская такая пирамида, они будут очень быстро развинчиваться и будут очень быстро сдуваться. Помощь для тех, кто остался без крыши над головой. Второй самолет с гуманитарным грузом для пострадавшей Турции вылетел с аэродрома Мачулище. На борту детская утепленная одежда, кровати, средства личной гигиены, одеяло, туристические коврики, спальные мешки и не только. Все это собирали как наши ведомства и организации, так и неравнодушные белорусы. Оказать гуманитарную помощь Турции, которая серьезно пострадала из-за разрушительного землетрясения, поручение президента. 10 тонн гуманитарного груза общей стоимостью более 200 тысяч белорусских рублей будут сопровождаться белорусскими спасателями. Доставка обеспечивается военными летчиками вооруженных сил Республики Беларусь в город Газиантеп. И в ближайшее время в нашу страну вернется вторая часть спасательного отряда «Зубр». Их также доставят домой воздушным судном вооруженных сил Беларуси. Число жертв от разрушительных землетрясений тем временем уже превысило 38 тысяч. Это официальная информация от властей Турции. В Сирии более 3 тысяч. Разбор завалов идет круглосуточно. В большинстве работают местные специалисты. Зарубежная миссия постепенно подходит к завершению. С первых мощных подземных толчков прошло уже 1,5 недели, но до сих пор удается совершить настоящие чудеса. Эта женщина провела под обломками дома 11 дней. Спасли жизнь 12-летнему мальчику, но ситуация остается непростой. На юго-востоке Турции произошло новое землетрясение магнитудой более 5 баллов. Обрушились несколько поврежденных зданий в провинции Хатай. На восстановление домов во всем регионе может понадобиться до 100 миллиардов долларов. Повреждено практически 3,5 миллиона. На здании. Половину придется снести. А местные сейсмологи дают пугающие прогнозы. В ближайшие 7 лет еще одно мощное землетрясение может произойти в районе Стамбула. Последствия в густой застройке мегаполиса могут быть еще страшнее. А со стороны польских силовиков очередная попытка вытеснения беженцев на нашу территорию. Ночью белорусский наряд услышал характерное лязганье ворот польского забора. Прибыв на место, зафиксировал попытку насильственного вытеснения 5 граждан Египта через калитку для животных. Остальных беженцев польские военные, когда заметили видеосъемку, спешно погрузили в служебный автомобиль и увезли в неизвестном направлении. Только в феврале это уже 9-я попытка польских стражей вытеснить беженцев в Беларусь. Самые горячие новости из криминального мира сегодня в еженедельном итоговом выпуске криминальных новостей «Тревожная кнопка». Не пропустите в 17:30 на ОНТ.
Сутки на свободе и опять за решетку. Я убил человека, он сказал. И он тоже убил и забыл на 17 лет преступление без срока давности. Купляйте белорусское. Мошенники заигрались. Ни денег нет, ни картошки. Махан, давай, это как взрослые люди, ну, серьезно. Расскажем в тревожной кнопке и о серьезном, и о несерьезном. Тоже только для зрителей ОНТ. Сегодня в 17.30 еженедельный итоговый выпуск криминальных новостей. Квалифицированная помощь тем, кто в этом нуждается. В Беларуси создана система по социализации детей с особенностями развития. О том, как улучшить интеграцию и социальную адаптацию таких ребят. Речь шла на заседании специального консультационного совета при Совете Республики под председательством Натальи Качановой. Встреча на базе Центра раннего вмешательства для маленьких детей. Год назад таких центров было 36, сейчас 50. Оказывают всю необходимую помощь. Работают квалифицированные специалисты по современным методикам. Мы приняли инклюзивное образование. У нас в кодексе об образовании четко прописана инклюзия. Значит, эти детки должны сегодня учиться с другими детьми в школах. Они должны получать образование. А потом, ведь это граждане нашей страны, которые должны в дальнейшем жить в социуме, работать, создавать семьи. В дальнейшем будем работать над теми вопросами, которые возникают у наших людей. Те, которые сегодня растят, воспитывают наших деток с такими проблемами. Работа по социализации детей с особенностями развития ведется не только в специальных центрах, но и в школах и других учебных заведениях. Это нужно не мертвым, это нужно живым. К 80-й годовщине трагедии в Хатыни молодежь напишет картину, посвященную детям, погибших от рук карателей. О деревне, которая стала символом геноцида белорусского народа, будут говорить на тематических встречах, чтобы знал каждый. А кто забыл, вспомнил, чтобы такого никогда не повторилось. Концептуальная идея полотна уже проработана. Работать над ним будут 75 одаренных учащихся гимназии колледжа искусств имени Ивана Охремчика. Столько же детей погибли во время карательной операции, которая уничтожила деревню. Картину предложат в качестве экспоната музея Хатыни. В этой работе будет совмещено как бы два времени, сучасное и прошлое. Также там будет изображен памятник, который находится в Хатыни. Это связь будущего и прошлого. Она как бы разделена композиционно на три части. В середине стоит памятник, правая часть олицетворяет прошлое, и там будут изображены солдаты, скорее всего. А левая изображает будущее и настоящее. Ровно месяц остается практически до годовщины трагических событий в Хатыни. И, конечно, сегодня уже завершена практически та стройка всебелорусская молодежная. Много студентов, работающей молодежи, ребят там трудилось. Но очень важный пласт учащейся молодежи средних школ, молодежи колледжей, которые также хотят быть сопричастны к этому событию. В конечном итоге мы соберем большую выставку и в преддверии годовщины, презентуем ее в торговом центре столицы для того, чтобы наши граждане могли увидеть работы со всех уголков нашей страны. Также она будет представлена и в цифровом формате. Реконструированный мемориальный комплекс «Хатынь» примет посетителей в марте, когда будет отмечаться 80-я годовщина трагедии. На объекте активно трудится и молодежь. В прошлом году по инициативе БРСМ комплекс объявлен всебелорусской молодежной стройкой. Задачу завершить все работы к юбилею ставил президент.